Всем привет! Была очень долгая поставка, поэтому к мужскому дню 23 февраля посылка, к сожалению, не доехала. Настолько долго поставлялась, что уже успела он белой стать, обложка с трек-кодом. Реально, реально долго, за это минус будет звезда, конечно, продавану. Китайцами воняет. Конкретно. Это у нас интеллектуальное зарядное устройство автомобильное. Будет актуально для автомобилистов. Цена просто шикарная. Здесь у нас инструкция, как что. Здесь у нас всего две лампочки горят. Это Charge и Fold. Fold — это у нас заполнено полностью. Выдает оно по заявлению китайцев 12 вольт от 4 ампер до 100 ампер. Repair функция у нас есть. Это у нас зарядка, разрядка идет циклическая, пока не восстановится наш с вами аккумулятор. Давайте запустим, подключим. Единственный минус. Вот, здесь у нас сразу показывается температура. Винтер, зима, он понимает. И показывает минус 1 градус Цельсия. Но мне его с улицы занесли. На улице прохладно. Ну, где-то погрешность в 1 градус у него есть. Но небольшая. То есть он понимает уже, когда зима, когда лето. Сейчас repair функция не работает. Так, давайте замерим, точные ли показания у нас идут на нашем приборе. Здесь у нас показывается 13,8 градусов. Значит, минус, плюс. А здесь у нас показания 16,9. Завышенная напруга. У нас, насколько я знаю, аккумуляторы как раз 13,8 заряжаются. Может быть, действительно, оно интеллектуальное, и за счет этого оно как бы 13,8 уже показывает с нагрузкой. В любом случае 16,9, наверное, заряжать не стоит. При нажатии на Repair никак показания не изменяются на нашем мультиметре. К сожалению, эта штука на подарок, не мне, у меня автомобиля нету. И этот человек заказывал через меня, у меня, как всегда, куча купонов. В принципе, для знакомых, друзей всегда заказываю, иду навстречу. Эта штука с купончиками что-то около 15 баксов вышла. Хорошая цена с экранчиком. Сейчас он вот уже 1 градус тепла показывает. Сейчас он нагреется и перейдет в режим summer, лето. То есть, в принципе, он по температуре, здесь температурный датчик, он определяет, нужно ли в зимнем режиме сейчас работает аккумулятор или в летнем режиме. В летнем режиме, наверное, вольтаж немножко другой, ампераж немножко другой. Как бы мне нравится. Мне нравится. Штука прикольная, с экраном. Тут еще из дисплея кнопочка Repair должна светиться. И здесь у нас заряд нашего аккумулятора плюс-минус. В общем, такой вот коротенькая распаковка, воскресная спецвыпуск у нас. Берегите свой автомобиль, свой аккумулятор. Отзывы об этой штуке действительно очень хорошие, очень положительные. Прибор свежий, январь 2019 года, как набито на корпусе. В принципе, что здесь у нас? Input
идет 100-240 вольт, 50-60 герц, 75 ватт максимум он потребляет. И выдает он 13,8 вольт-15,5 вольт, максимально 6 ампер. В общем, скорее всего, вот это вот то, что мы с вами измеряли, он сейчас не может просто понять, что к нему подключен мультиметр. Он, наверное, реагирует и переключается на 13,8, когда к нему действительно подключен аккумулятор. Собственно, подходит и для мотоциклов, и для автомобилей. В общем, классная штука. Всем рекомендую. Ссылочка будет в описании. Я с вами прощаюсь. Пока.